Любовь Романовна! Включите вот так, вот что вы честное слово. Ну, ложись, подчиненный, подошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно. Ой, спасибо, вы уже только поняли, как приятно на вас посмотреть. Вы так еще красивее должно быть, чем по телевизору. Знаю, комиссия закончилась. А с электронной почты с этого на данный момент так и нет ничего? Нет. Да. Поэтому через почту нашу городскую. И как долго это происходит? Вы отправили запрос когда? Мы отправили запрос, вот у нас почта по вторникам для горвоенкомата. И не дают ему никаких данных. Посмотрите, человек приезжает третий раз. У вас микроволновка есть, холодильник есть. А компьютеры, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизан это? В дубло письма закладываете. Ну что это за работа такая? Я это не к вам, извините. Да. Это не к вам. Да. Очень хорошо. Безянка, ну вот к этому. Какие нам так? Что? Ну, в общем, у нас такая приезжает, он либо снимает кого-то, либо назначает.